Приветствую, дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Давайте посмотрим, что вас очень удивит. Итак, смотрим, что вас очень удивит в ближайшее время. Карта рыбы, благополучие. Карта корабль. Карта еще рыбы. Ну, смотрите, что вас очень удивит. Здесь либо предложение, у кого-то переезд благополучно совершится, у кого-то путешествие, прям, возможно, даже в какую-то солнечную страну, кого-то там на юг, да, за границу, дороги, потому что корабль вас очень удивит. Возможно, это будет вам предложение о каком-то путешествии. Знаете, как звезды, по звездам сбудется ваша мечта. Возможно, предложение, ну, собака – это друг, это, возможно, мужчина. Это, ну, карта здесь выходит друга, да, здесь не описывается нам конкретно человек. Ну, вот вас удивит какое-то предложение, какое-то яркое, какое-то, может быть, возможно, предложение о путешествии. И благополучие в вашу жизнь, знаете, идет оно в двойном размере. Это вас тоже удивит. Повышение благосостояния как-то пойдет вам, знаете, деньги пойдут сами, потекут к вам в руки –